Всем здарова, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про охоту на Ренегата. Премиумный тяжелый американский танк 8 уровня. Что можно сказать про этот танк? В принципе, как для тяжа, неплохая динамика в виде удельной мощности. Поворачивается на месте он так себе. Броня корпуса оставляет желать лучшего. Броня лба башни довольно-таки очень хорошая, крепкая башня. Весь лоб очень крепкий. Но на голове есть лючок размером с еще одну башню, в котором брони особо нет вообще. Поэтому что можно сказать про броню этого танка? Сомнительная броня, поскольку она вся нивелируется здоровенным лючком на голове. Точность у пушки такая себе средненькая. Это, конечно, не советский кривой бревномет. 0.38, сведение 2.5. Средней точности такая вот не особо. Снайперская пушка, очень даже далеко до снайперской пушки, я бы сказал. Не знаю, какая здесь у танка стабилизация, не знаю, какая проходимость грунтов. Это все я увижу, когда поиграю на этом танке, а поиграю, когда получу его за марафон. Так, в целом, у ВН есть стандартные американские 10 градусов. Пробитие довольно-таки хорошее и основным снарядом, и голдовым. Еще интересно, какая скорость полета снаряда, но все это мы увидим, когда я на нем поиграю. Надеюсь, что этот танк дойдет хотя бы до уровня МЛ-49, просто хотя бы до играбельного состояния, чтобы можно было на нем находиться в рандоме. Также еще с ним в придачу идет красивый камуфляж со своим необычным стилем. В принципе, по танку все. Кому-то он может быть понравится, кто-то сразу скажет: брони нет, нахер надо. В принципе, танк бесплатный, как хотите, так и думайте. Для меня, в принципе, это очередное событие, которое можно постримить, поскольку в картошке заниматься нечем, хоть что-то да произошло. Я, честно говоря, марафоны на премтанке уже не считаю каким-то новым контентом, а это просто очередное событие, которое можно постримить. Поскольку, честно говоря, в картошке нечего особо стримить, ничего в ней нового нет. Но просто такие вот события иногда всплывают, хоть что-то для стримеров в виде темы для стрима. Задачи, в принципе, я там полистал, что-то сложного в них ничего не заметил. Я не сравнивал с прошлыми задачами, намного ли больше на усердие нужно опыта или меньше, не знаю. Задачи, в принципе, мне показались несложными. У кого будет время, я думаю, можно это все пройти. Но на усердие видно, что опыта там надо много, и времени придется потратить дофига. Скорее всего, я буду на девятках проходить задачи на скилл. Так сказать, задачи на мастерство. Хорошо, что есть 9 уровень и 10. И на комфортных девяточках можно это все пройти. Также в группе ВКонтакте Вот Экспресс стартует спидран челлендж на этот марафон. Кто первее его пройдет? В награду 2222 рубля. В принципе, насколько я понял, кто быстрее сам руками пройдет без доната этот марафон и скинет им скриншот, что он его прошел, тот и победил. Я в этом участвовать не буду, поскольку не вижу смысла тратить свое здоровье и сидеть на убой, играть, пока не пройду за один раз этот марафон. 20 тысяч рублей, конечно, интересная награда, но здоровье дороже. Да и есть дела, которыми более интересно заняться, чем сидеть марафон за один раз проходить. Чего и вам советую. Не портить свое здоровье и не участвовать в таких вот бредовых затеях. Просто поиграйте столько, сколько вам захочется, сколько у вас будет времени и возможности. А не сидеть на убой, кто там быстрее его пройдет. В принципе, что я могу сказать? Очередной марафон, в принципе, в то же самое время примерно, что и в прошлом году. Ничего нового, те же самые задачи на усердие и задачи на мастерство. Задания примерно такие же одинаковые, как и в прошлый раз. Ничего особо я толком не заметил, чтобы оно изменилось. Чисто что танк другой, плюс еще в нем какой-то стиль заложен. Эти марафоны уже превращаются в какие-то обыденные, простые, не удивляющие. Просто как данность, очередной марафон, ура. Ничего плохого в этом марафоне не вижу, вроде бы все нормально. Если что-то не так, пишите в комментариях, я отвечу. С вами был Варчик, играть красиво, пока.